О жареной картошке можно говорить бесконечно. Но лучше не говорить, а готовить. Ведь картошка – то самое, что есть в каждом доме. Жареная картошка – любимый гарнир. Так или иначе, ее приходилось готовить хоть раз в жизни каждому, и многим приходится готовить регулярно. Первая программа «Специя» была посвящена картошке вареной. В ней были и принципы, и химическая структура, и особенности выбора. При минимальном желании вы можете найти ее на сайте телеканала. А сегодня продолжение. Минимум теории, максимум практики. Как всегда, по итогам прочитанного и испытанного. В итоге оказалось, секретов приготовления жареной картошки и блюд с жареной картошкой как бы и нет. А вот недоговорочек, таких кокетливых упущений авторов. О-хо-хо, да, действительно, я забыл, без этого не получится. Так вот, недоговорочек хватает. Як на смажені картоплі утворюється апетитна скоринка? Коли солити картоплю? На початку або наприкінці смаження? Як зробити так, щоб сіль та спеції залишилися на картоплі фрі, а не на дні тарілки? Що треба робити, щоб смажена картопля не залипалася на сковорідці? Коли додавати до смаженої картоплі цибулю? Ці та інші секрети лише для вас далі у програмі «Спеція». Для начала совсем немного теории. Картофель состоит в основном из воды, более 80%, и крахмала. Крахмал при высокой температуре сворачивается, создавая на поверхности картофеля корочку. В случае с жареной картошкой – хрустящую корочку. Вода при жарке испаряется, а если картофель предварительно посолить, выступает на поверхности, делая поверхность влажной. Это все про химический состав, однако информация хоть и кажется обычной, оттого не становится менее важной. Взгляните, одну картошку делим пополам, нарезаем и готовим к жарке. И эту часть мы солим, как обычно, кладем на сковородку и обычный результат, верно? Теперь та же картошка, но не солить, не делать поверхность влажной, наоборот промокнуть хотя бы бумажным полотенцем. Разница очевидна, причина проста. На сковородку для жарки должны попадать только сухие продукты. В противном случае, что бы это ни было, картошка или мясо, вы получаете не жареное, а разновидность тушеного. Поэтому, что бы вы ни жарили, как бы вы ни жарили, не солите. И промокните, сразу будет лучше. Это первый важный момент. Второй, и он же последний теоретический, температура. В рецептах жареного картофеля часто упоминается оптимальная температура масла. От 120 до 180, а то и до 200 градусов. В особенности это касается жарки во фритюре. Кроме того, для приготовления разновидностей чипсов рекомендуют чередовать обжаривание и охлаждение картофеля. В смысле, обжарьте при низкой температуре, дайте остыть и доведите до готовности при высокой. И наоборот. В чем же разница? Здесь сначала 120 градусов, здесь сначала 180. И пока картофель обжаривается, о том, какой смысл его охлаждать. При охлаждении вода внутри картошки перестает кипеть и дает возможность корочке на поверхности продукта стать плотной. Ничего не впускать, ничего не выпускать. Этап охлаждения очень важен для картофеля фри, поскольку именно он делает каждый кусочек хрустящим. Пауза нужна для корочки. А разница в начальной температуре до паузы следующая. Картошка, обжаренная при низкой температуре, буквально взорвалась. Из-за того, что кипящая вода разорвала нежную корочку снаружи. Картофель, обжаренный при высокой температуре, выдержал натиск пара, сохранил форму и остался плотным. Разница в консистенции. Низкая температура сначала мягкая и нежная. Высокая температура сначала, хрустящая и плотная. Давайте начинать готовить. Вот картошка нарезана одинаковыми кусочками. Какими — это ваше дело, главное, чтобы одинаковыми. Я ее не солил и промокну.
кладем в сковороду и делаем сразу вот такое движение. Это очень простой прием, позволяющий прямо сразу успокоиться и не волноваться насчет того, что она слипнется. Мы ее выкупали в кипящем масле, и уже все будет хорошо. Следующее желание возникает само собой. Накрыть крышкой, конечно, это можно сделать, но тогда картошка не будет хрустящей. Если хотите мягкую и хрустящую, потерпите минут 5. Она поджарится, станет плотной снаружи, и теперь уж, пожалуйста, закрывайте. Уменьшите огонь и закрывайте. Это не будут чипсы, но и не будет полупюре. Все, больше премудростей нет. Не солим, подсушиваем, выкупали в масле, несколько минут подождали, и можно накрывать крышкой. Следующий вопрос – лук. Для того, чтобы не банальничать, не рассказывать, что лук можно всегда поджарить отдельно, я расскажу о том, что рекомендую делать с луком для жареной картошки классики. А рекомендуют они вот что. Если мы начнем жарить картошку одновременно с нашинкованным луком, то неизбежно получим известный многим вариант. Вот он. Картошка с горелым луком. Но самое интересное, когда лука немного, чуть-чуть, то пригорает он значительно медленнее. Пару кубиков пригорело, их можно спокойно убрать, добавив еще чуть-чуть и еще чуть-чуть. Горелого мало, но аромат совсем другой, потому что лук на разной степени готовности. Дальше. Говорят, нельзя по-человечески пожарить молодую картошку. Действительно, у молодой картошки есть проблема с водой и крахмалом. Крахмала мало, корочка получается с трудом, воды много, жарить неудобно. Берем муку. Что, думаете, не получится? Теперь пакетик. Честно вам скажу, я не знаю, как избавить ее от излишков муки. Поэтому я это делаю вручную. Так, и на сковородку. Так, теперь мое любимое движение. Картошка бывает слишком сочная и плохо жарится. Но мука или тот же крахмал забирают лишнюю воду и создают корочку. Очень несложный прием, страшно полезный на кухне. Ну и почему бы и нет? Теперь давайте приготовим кое-что более сложное, а именно картошку по-селянски. Если не забудем то, что только что видели, у нас получится даже без духовки. В сковороде. Отварили картофель в мундирах. Делим на дольки. До этого момента все понятно, а вот дальше начинаются некоторые сложности. Я лично разную картошку по-селянски едал. И чаще всего, кроме вложенного труда, восхищаться нечем. Нарезали. И что дальше? Бывает, пересушивают в духовке. Бывает, пережаривают чесноком. Это самое страшное. Повторить не возьмусь. В действительности дело в следующем. Нам нужно на вареной картошке сверху образовать хрустящую корочку. Это первая задача. Вторая задача – чесночный запах сверху. Две отдельные задачи – корочка и запах. Попробуйте выполнить обе одновременно, забудьте о вкусной картошке. Мука и яйцо. Может быть, только мука. На месте муки может быть крахмал, но мой вариант – яйцо и мука. Яйцо позволяет собрать больше муки. Забегая вперед, картошка будет мягче, но если есть ее горячей, разницу вы не заметите. Все, жарим. Вторая задача – запах чеснока. Я могу поспорить, вы знаете, как это сделать? Вы точно знаете? Помните пампушки в борщу? Пампушки? Да, пампушки, помните? Никто не запекает их с чесноком. Отдельно готовится соус. Чеснок давленый, масло растительное, капелька уксуса, лучше яблочного, и вода. Зажаренную картошечку с румяной корочкой поливаем соусом и подаем. Вот то, что нужно.
что секретов в приготовлении обычной жареной картошки, может быть, и нет. А вот нюансов масса. И именно из-за них не всегда получается то, что хотелось. Например, хрустящий картофель. Картофель фри. Картофельные чипсы. Это любят все. Чипсы. Банально их не касаемся. Поищем более оригинальные варианты. Есть картошка. Разрезали на вот такие крупные бруски. Промокнули. Не солите. Говорят, обязательно нужна фритюрница. Ну, не знаю, по-моему, совершенно не обязательно. Вот я потихонечку обжариваю картошку. Естественно, небольшое количество со всех сторон при высокой температуре. Естественно, без крышки. Так, даем остыть. При более низкой температуре довожу до готовности. Все, просто супер. Фритюрница упрощает работу, но можно обойтись и без нее. Важно не то, что я сделал, а то, чего я не сделал. А именно, не положил много, не посолил и не накрыл крышкой. Кстати, вы знаете, как ее солят? Да, и во время жарки тоже солить нельзя, а после жарки бесполезно. Вот смотрите. Солить хрустящий картофель после жарки достаточно нелегко. Кристаллы соли просто сваливаются с замечательной, но плотной корочки и остаются на дне тарелки. Есть и другой риск. Можно пересолить. Но как-то же ее солят? Да, солят. И используют для этого соляную пудру. По аналогии с сахарной пудрой готовится соляная. Вот она-то отлично держится на любом продукте, в том числе на картошке фри. И вот теперь совсем хорошо. Сначала при высокой температуре. Дать остыть, довести до готовности при низкой, получаем хрустящий жареный картофель. А если наоборот, мы приготовим картофельное суфле. Режем кружочками по 4-5 миллиметров толщиной. Промокнуть и вдумчиво обжарить при невысокой температуре масла. Затем дать остыть. Когда картошка остынет, вода внутри нее перестанет кипеть. И корочка уплотнится. И если теперь погрузить это в раскаленное масло, ап, внутри образовываются пузыри. Очень интересное воздушное картофельное суфле. Вполне съедобно и оригинально. Давайте оригинальничать дальше. Тоненько режем картошку. Горячее масло немного. Единственное отличие от чипсов, мы делаем не кружочки, а соломку. А так вообще готовить здесь нечего. Мелко режем, долго. Но это тот случай, когда по-другому никак. Попробуем потереть на терке, ничего не получится. Так что нарезаем. Промакиваем, как всегда. Иначе не будет хвороста, будет огромный дерун. Так. И на сковородку. Как видите, масло в разы больше, чем картошки. Вы скажете, мало и долго. Ничего подобного. Эта картошка жарится 2 минуты. 4 полноценные порции займут то же время и те же силы, естественно, после нарезки, что и одна здоровенная сковорода традиционной жареной картохи. А так вот такой замечательный результат. Красивая, необычная, по вкусу как будто обыкновенная жареная картошка состоит только из одной хрустящей корочки. Павел, добрый день. Добрый день. Складывается вот полное ощущение, что в баре, в ресторане жареная картошка, обычная жареная картошка, намного вкуснее, чем дома. Наверняка есть какие-то секреты, которые настоящие повара не выдают. Ну, секретов как таковых нет, есть просто основных несколько принципов, приемов, которые применяются в кафе, барах, ресторанах, но не применяются дома. Вы о них можете рассказать? Да. Первый вопрос. Откуда берется этот специфический запах жареной картошки фри в баре или в ресторане?
Такой дополнительный запах мог давать два момента. Это либо жир, либо специи. Ну что, начнем? Берем смалец и на сковородку? Нет, нужно сделать по-другому. Мы берем сначала масло, прогреваем его, а потом добавляем смалец. Почему? Так как смалец имеет более низкую температуру плавления, он выгорит, пока масло прогреется. Ну, пожалуй, давайте начнем. Я пока порежу картошку. Картофель мы не солим. Промакиваем и засыпаем в горячее масло, горячее. А сколько нужно смальца для того, чтобы и вкус чувствовался, и как бы это не был один смалец? На такое количество масла, примерно на пол-литра, берем где-то столовую ложку смальца, не больше. Чего мы ждем вообще? Мы ждем появления золотистой корочки на поверхности картофеля. Как только он зазолотится, я думаю, картофель будет практически готов. А специи, в принципе, какие добавляются? Что подходит к картошке в барном меню или в ресторанном меню? Значит, самый распространенный набор специй, самые доступные, скажем так, специи, это кориандр молотый. Есть. Вот, зерна горчицы белые, немножко куркумы и молотый тимьян. Смотрите, картофель начинает приобретать легкий золотистый оттенок. Этого вполне достаточно уже, чтобы не пережаривать и чтобы это было вкусно и полезно. Выкладываем на бумажное полотенце. Сколько нужно картошке дать вот отдохнуть на этом полотенце для того, чтобы она и не остыла, и жир? Совсем немножко, буквально 20-30 секунд, чтобы масло ушло на салфетку. Сейчас мы переложим. Вот лишнее масло. Вы слышите, как оно сыпется, как хворост? То есть она с хорошей золотистой корочкой. Отлично. Добавляем соль, перец, приправы. С приправами тоже главное не переборщить. Можно пробовать, да? Да. Класс. Отлично. Что следующее? Следующее блюдо мы приготовим — картофельные палочки, запеченные в духовке. Отлично. Для приготовления нам понадобится отварной толченый картофель, сливочное масло, мука, сухой гранулированный чеснок, куриные яйца и сушеный майоран. Отмеренное количество кипящей воды, примерно полстакана. Первое, что мы делаем, в воду кладем сливочное масло. Вот оно растопилось, теперь даем закипеть. На самом деле мы используем принцип заварного теста с картофелем. То есть вместо основного количества муки мы кладем толченую картошку. Закипело. И кладем муку. Не поможете мне небольшими порциями посыпать, я буду мешать. Муки нужно немного, я так понимаю. Сыпем. Хорошо сыпем, чтобы вязкая масса была. Даем немножко массе остыть. И по одному вбиваем куриные яйца. Пока достаточно. Вот готовая эластичная масса. Теперь картошка. Половину картофеля. Холодный, горячий, есть разница. Вот наше тесто. И что мы с ним делаем? Теперь самое главное, нужно приправить его специями. Так, и в конце добавляем немножечко сушеного майорана. Немножечко растираем его. Немножечко — это вот. Это немножечко сушеного майорана, чтобы всем было понятно. Теперь берем кондитерский мешок. Для того, чтобы легче было наполнить, мы его сначала немножко выворачиваем. По просьбе Паши я заранее подготовил противень, на нем подсолнечное масло и сверху пергаментная бумага. И это нужно сразу отправить нам будет сейчас в духовку, разогретую до 180 градусов, потому что наше тесто ждать не может. Итак, 180 градусов конвекция и до вот такого состояния, да? Приятного аппетита! Класс! Спасибо! Толченый картофель вообще очень удобная штука для жарки. Из него можно приготовить и зразы картофельные, и крокеты тоже картофельные, и котлеты картофельные в ассортименте. Начнем со зраз.
Редкое блюдо, которое можно либо любить, либо ненавидеть. На самом деле, любители и ненавистники едят разные зразы. Основа любых зраз – толченый картофель. Не пюре, а именно толченый картофель. Мы потолкли ее обязательно горячей. Обязательно немедленно после того, как слили воду и слегка подсушили. Иначе сразу будет кисель. Теперь есть два варианта приготовления двух разных блюд. Вкусного и невкусного. Невкусный путь. От души добавить яйцо. Ну, чтобы было что поесть. Так. Молочка с той же целью. Ну, теперь, очевидно, стоит добавить муку. Сколько? Ну, очевидно, до тех пор, пока из этого получится что-нибудь слепить. То есть я предпринимаю попытку сделать картофельное тесто. Да, доводить до конца не буду. Почему? Да потому что не слеплю, не положу нормальное количество начинки. А даже если доведу дело до сковороды, снаружи горелая, внутри липкая жижа, вот что будет. Правильный путь ведет в другую сторону. Яйцо вымешали. На 1 килограмм картошки максимум одно яйцо. Нет килограмма, не жадничайте. Вылейте меньше. От этого зависит результат. Мука в зразах для психотерапии, не для дела. Я могу точно сказать, столовая ложка на килограмм не повредит. Но толку от нее много не будет. Толченая картошка и яйцо. И соль. Соль обязательно. Больше не нужно ничего. Начинка. К начинке выдвигается единственное требование. Она должна быть готова. Итак, начинка готова. Пюре остыло. Теперь мы руки, как штангисты, в муку и делаем так. Вот. И так раз, оп, прекрасно лепится. Еще раз. Формируем лепешку. Вот так, вот так. Руки в муке. Все, внутрь начинку. Так. Делаем пирожок. Переворачиваем. Оп. Все, готово. На доске немного корректируем форму. У нас все готово. Картошка готова, начинка готова. На сковородке мы просто создаем корочку из муки, призванную поддержать форму и придать специфический оттенок вкусу. Ничего более. Ну вот, совсем просто и быстро. И, наконец, завершающий аккорд – блюдо под названием «Картофельные крокеты». Звучит страшно, но в жизни простота и вкуснота. Та же толченая картошка, что и для зраз, но немного. Внутрь кладется сюрприз. Фарш, сыр, кусочек поджаренного бекона. Совсем просто – кусочек поджаренной сосиски. Руки в муке, делаем шарик. В яйцо, панировочные, сухари и на сковородку аккуратно переворачиваем. В отличие от зраз, пюре внутри крокета будет оставаться мягким почти сутки. Его запросто можно разогреть без ущерба вкусу и консистенции.
Что же с картофельными котлетами? Простой вариант. Толченая картошка без начинки в панировке. Это вполне легально называется картофельной котлетой. Ничего особенного, но красиво. Чуть более сложный вариант котлеты в ассортименте. Допустим, у меня есть вчерашнее пюре и как минимум вчерашняя жареная рыба. Лучше, конечно, чтобы они были свежими, но... Даже в этом случае, тщательно смешав одно с другим, при помощи стандартного для картофельной котлеты приема, мы добиваемся до неплохого, в общем, результата. Попробуйте. Это вкусно.